Всем привет, народ! Меня зовут Александр, и это канал Жданов Плей. Продолжаем с вами играть в тот самый Dark Souls. Вот, где-то я это уже говорил. Вот, как ты можешь заметить, я отзеркалил камеру, дабы ты мог получше видеть. А то я смотрю как-то в другую сторону, как будто не на экран. Вот. Как-то так. У нас, значит, что сегодня? Мы убили бабочку до этого. Убили этих горгулей. И нам, значит, надо найти этот колокол. Внизу. Где-то, наверное, под землей. Я думаю, что нам нужно идти в лифт. Там вроде лифт был. Посмотрим сейчас туда. И еще такой момент. Мы просрали... душу, значит, этой бабочки, когда могли обменять его на оружие. Так, а вот, да, вот лифт. Ну, пойдем сюда. Если колокол снизу, хотя, может, нам не сюда. Ладно. Думаю, может, сюда. Так. Надеюсь, там костер сейчас будет, чтобы нам по 100 раз не носиться. Так, хорошо. Мы пришли в храм огня. Так это не подземелье. Так, погоди. А у нас по ключам что есть? Ключ от восточного крыла, второй этаж. Железную решетку. Прибежище нежити. Так. Северного прибежища нежити. Бля, а где оно? Я чё, знаю, что ли? А еще был тут ход. Кто храпит? Где храпит? Ты храпишь? Не, она храпит. Идем к вороне, там какой-то ворон появился. Почему бы и нет? Ворон! Ворон! Что это тут ворон вообще убивает? Я ее так-то могу убить? А толку мне с этого? Ну, типа, мне кажется, это баг в плане того, то, что мы, по идее, до нее не должны были доставать. Не будем ее пока трогать. Давай сначала с колоколом разберемся. Ты. Ну и ну. Какой сюрприз? Я не думал, что ты справишься. Кто-то звонил в колокол пробуждения. Постой. Это ты? Ты никогда не сделаешь, не сдаешься, да? Не знаю, как тебе это удалось. Что ж, не останавливайся. Осталось лишь один колокол, но это самоубийство. А хочешь мне помочь? Нет? Не хочет. Можно так-то пройти к нежити. Вот что я думаю. Ничего вроде нет. Ну, пошли к нежити, что делать? Ой, а тут мне 10 эстуса дает. Не понял, а в чем прикол? Почему мне не давало эстус на остальных кострах, так, а именно тут? А, ну это начальная локация, может из-за этого. Ладно, пошли к этой к нежити зайдем в гости. Может, у нежити есть что? В принципе... Хотя нет, для нас они все так же по-прежнему чуть-чуть тяжеловато. Да умри. Я же сказал, умри. Так. Что у нежити тут есть?
Спокойно. Спокойно, я ж тебе говорю. Вот это больно. Очень больно. Так, хорошо, ты проиграл. Так, ладно. Допустим. Допустим, мы нежить проходим кое-как. Так, а вон туда, кстати, лестница вниз ведет. Ебать, здоровый! Ебать, так они меня отхерачат, наверное. Ебать, подожди. Да подожди. Так, надо с мелкими разобраться. Хорошо. Нет, дай попить! Хорошо, давай их по одному байтить сюда. И убивать стараться. Да не на ворону целься, ворона тебе пока ничего не сделала. Есть, один есть. Хорошо. Да я же тебе сказал, не на ворону целься. Ебать, здравствуйте. Хорошо. Допустим. Так, остается гигант. Ну, гигант что-то нас забоял. Чё, иди сюда. Ой, да ты слабак, оказывается. Да, я ожидал от тебя другого. А, еще и твой меч выкинул. Ногой пнул. Так, вот тут еще есть. Вот куда-то. Ой, еще один. Здравствуй, гигант. Попье получится. Хорошо. Допустим, это хорошо, действительно. Какой-то хлам мы получаем. Блин, а еще бы этот хлам продать можно было бы. Двуручный меч. Двуручный меч тоже неплохо, на самом деле. Хотя мы с ним и не будем, наверное, ходить. Бинокль. А зачем мне бинокль? Вниз смотреть. На могилу? И чё? И это все? Это все, что вот тут есть в городе нежити? Не, погоди, нифига. Лестница говорит о другом. Лестница говорит, что нам... В темноту? Сюда? Бля, я бы сюда ни за что не пошел. На самом деле. Катакомба. А мы тут не сдохнем? Че там того, как... Мы справляемся со скелетами. Да, хорошо. Допустим. Ебать. Здравствуйте. А давно скелеты так умеют? Пиздец. Рассыпался. Попить. Не понял. Мистер Скелет, а какого хрена? Ваши предшественники такого себе не позволяли? Воскрешаться. Дважды это подло. Ебать, меня уебало. Все, у тебя костей нет. Давай выпнем еще его кости. Да, куда? Я не хотел падать.
Это было очень глупо, на самом деле. Сюда еще вставочку этот васт этот надо вставить. Блять, тут проебали, на самом деле. Тупо. Хорошо. Пойдем, короче, сейчас не будем обращать внимание на нежить, но нам, по-моему, в катакомбы как раз надо. Единственное, как скелетов убивать, которые неуязвимы, мне кажется, должно быть какое-то специальное оружие, что ли. Так, а давай еще кое-что попробуем. До свидания, до свидания, ага. Пока, ребятки, не просыпаемся. Есть еще один вариант, это я чисто пробегаю. На похуй. Пробегаем и все. Ой, один сдох. Не знаю, где он там сдох, но он сдох. Да, хорошо. Мы побежим просто напрямик, наверное. Ага. Побежишь, блядь, с ними. Быстренько, 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 быстренько. А если сейчас босс? А если сейчас босс, что мне делать? Блядь, 4000 душ как-то не очень хочется терять. Аккуратнее, сильно не беги. Не хватало еще упасть. Они нам ничего, в принципе-то, не сделают, мы от них спокойно побежим. Ага. А вот скелеты так не думают. Блядь, блядь, хуёво. И как мне с вами с тремя сражаться? Блин, у вас, наверное, как-нибудь вот тут надо тогда. Беги быстрее к костру. Костру. Разжечь. Сесть. Понятно. Жестко. Жестко, 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 ребята. Хорошо. Давай попробуем еще кое-как. Еще разочек сюда. Давай, давай, ребята, все аравы сюда. А то я сейчас вашего друга убью. Ага, убью. Может, серьезно его убить, попытаться? Допустим, одни меньше. А, этот умер. Мне за него дали душ. Такой обычный, что ли? А чё я вас боюсь? Так, это тоже обычный. Голову потерял. Так, отлично. Отлично! Просто хорошо. Как я их мастерски одолел. Прям вот... Мастер меча. Какой-то. Так. А что бы можно сделать? Так. Я бы на самом деле урон уже начал качать. Мне не хватает. Очень сильно не хватает. Да, хорошо. Что открылось? Что-то упало. Допустим. Хорошо, сюда. Бежим, 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 бежим. А, все, мы вышли из катакомб, что ли? Да, ну, брось. Тебе туда. Дорога только одна. Это низ. Хорошо. Опа, бэкстэп. А как тебе такое? Ебать.
Ебать, боль. Так, ладно. Одним меньше, один суициднулся. А, тут маги есть. Очень много магов, я понял. И лучников. И диких скелетов. Стой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тише! Оп! Опа! Бежим, 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 бежим. Так, не знаю. Так, лучник тут. Так, я понял. Ебать, ловушки! Еще попей. Хорошо. Беги, 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 родной, беги. Да возьми ты ее! Ты идиот просто. Кстати, а куда мне там надо было бежать? Почему он не нажал? Ой, бля. Блин, я уже начинаю сомневаться, что мне вообще сюда. Типа, ну это бред. Типа, у меня ни урона, ни как-то с этими скелетами, ну можно же бороться. А у меня просто, ну, ничего нету. Мне кажется, мы вообще рано сюда пошли. Я чувствую, на боссе мы будем страдать. Бля, это конечно. Я же уклонился. А, вон там дверь к боссу, да? Окей. Хорошо. Да, ебать, можно? Пожалуйста. Чуть-чуть, вот, вот уклониться, вот. Блять, конечно, можно. Только не сегодня. Ебать, они кувыркаются, ямакаси хреновы. Так. Какой-нибудь меч. Что-нибудь. Подсказку. Что-нибудь. А это магия какой-то бьет. Хорошо, кстати. Может, их тело сжигать надо? А. Так, тихо, верни утигатану. А на второй стэш. Слот. Я бы... А, там надо... Веру? Ну, так-то вера против нежити, наверное. Типа, ты веришь... в этот. Ну, типа, это типа магия света, что ли, как я так понимаю. Нежить боится света. Ну, это я просто так думаю. Давай, давай, блядь, прыгай. Иди, раскались. Тебя надо опасаться. Выпни его нахер отсюда. Блин, сюда упаду, умру по-любому. Там иголки. Я просто скачусь. Вы, блядь, опять за свое взялись. Беги, просто беги. Души, беги. А? Опа. Да нет, они мне, блядь, не дадут пройти. Либо их, блядь, как-то... Потеря крови. Хорошо. Либо их как-то по одному выманивать и скидывать, либо чего. Ну, пока я не представляю. Там есть комната к боссу. Скорее всего, у босса и есть этот колокол, но я сейчас этого босса просто физически не одолею. Да, ну... Это суицид прям какой-то. Ага. Допустим, блин, давай щемать. Просто щемать. Ага. 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 Что ж нам дал, блядь, почему? Просто бежим. Не сюда. Точно не сюда. Сюда. Хорошо. Блядь, шипы. А!
Взрыв, блядь. Хорошо. Спасибо, взрыв. Ага. Засидули. Блядь, тут надо это открыть. Давай, давай, давай. Блядь. Теперь назад каким-то образом волшебным вернуться. Скелеты вроде пока не догоняют. Хорошо. Блять, еще одни шипы. Опа. Тише! О! Тише, 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 тише. Блять, ловушка прям. Ой, блять, понеслась. Еще ниже. Спускаемся, они упадут. Они упадут. Маг. Это тупик. Хорошо. Нет, там два мага. Да, так они меня сейчас убьют тут. Блять, там тупик. Может, вниз надо было прыгнуть, а? Да, ну это глупо. Хотя, под этой игрой все что угодно можно ожидать. Но! Один плюс есть. Теперь у нас, наверное, это-то открыто. Кнопка. Мы же кнопку открыли, правильно? То есть можем теперь проходить. Одно но. Что дальше-то делать? Ой. Давай, разбейся там. Ага, сейчас, бля. Попал. Да ебать, да как? Как? Ребята, остановитесь. Я бегу как могу. Хорошо, тут должен быть, ага. Ну да. Дорога открылась. Хорошо. Хорошо. Ты кривой. Это очень хорошо. На самом деле. Мне еще ниже. Блять, ну не до... От, сука, ну как? Не мучай костяшки. Думай, а что еще можно сделать? Нам по-любому в катакомбы, но я уверен, что нам рано. Но я не знаю, зачем я сейчас туда иду. Я пока не представляю, куда нам идти. Типа, к драконам туда это тоже... Тоже суицид. Может... может быть, нам и сюда. Просто я виноват в том, то, что я ни хрена не прокачал. Типа, ну, урон. Что, так можно было, что ли? Эй, скелет, иди сюда. Я тебе покажу кое-что. Ты идешь? Ага. Ты идешь. Хорошо. С тебя даже что-то выпало, охренеть. Умер. Блять, я тебя не заметил. Умер. Скажи, что да. Ага, значит, есть тут только парочка, которые типа живущие. Ну, это очень хорошо. Значит, мы можем проходить.
Я слышал, там кто-то воскрес. Случайно не ты? Нет? Ну это хорошо. Давай груду костей. Да ёб твою мать, ну хули... Как он мог, блядь, как-то по диагонали кувыркнуться? Чёрный лук. Может мне надо... что-нибудь, я не знаю, всё-таки ещё сделать? Может мне действительно... Когда ещё не ходил? Ладно, пойдём потихонечку сюда. Ой, ой, ой. Ну ладно, ребят. Один, видишь, выпрыгнул. Второй упал. Третьего поразило мечом. И кости его еще раскидали, чтобы не воскрешался. Так, ну ладно, давай попробуем последний разок. Медленно. Посмотрим вообще, что там. Да ты запарил. А ты спускайся, я тебе сейчас тоже морду надеру. Так, хорошо, это двое. А, ну их можно так-то. Давай, ты еще скажешь, сейчас меня через текстурину убьешь. Хорошо. Так, там он, вижу, стоит. Теперь я его увидел. До этого я его не видел. Так, теперь с тобой. Так, третий, ага. Попьем, пока он тупит. Хорошо, еще раз попьем, пока нас никто не видит. Там лучник, хорошо. Сейчас мы тебя... Можно, кстати, так поубивать, на самом деле. Три. Делаем три атаки, потом он бьет, мы отражаем, мы его добиваем. Хорошо, можно так, в принципе. Тоже неплохо. Так, тут лук. И меч. Хорошо. Я тебе сказал, я до тебя доберусь. Ой, я душонку пропустил. А вот тут вот надо ребят заманить, я думаю. Ребята... Ребята, давай, давай, давай за мной. Хорошо, хорошо. Один упал. Ты чё? Тупал. Хорошо. Теперь остался только уличный маг. Маг. Кривой. Попал. Главное к тебе вплотную подойти, я понял. Какая что за пещера? Не припомню. Пустая пещерка? Так, хорошо. Ладно. Спускаемся дальше пониже. У меня осталась одна фласка. Это плохо. На самом-то деле. Так. Раз, два, три, четыре. А как же моя тактика? Два раза наносишь, отходишь. Так, это сейчас лестница. Мне за ничего не дали. Это плохо. Давай посмотрим, сколько тебе раз можно бить. Давай, бей. А, поздно.
Так, да, это неуязвимый. Это ненадолго продлится. Ой, блядь. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Тише. Блядь, ну все, пиздец. Ой, там есть что-то. Туда можно спрыгнуть. Может, дырку попасть надо? Так, ладно. Походу, блядь, давай выходить из этих катакомб, ну их нахер. Ни хрена, нам еще сюда рано. Я так думаю. Это просто, ну, пустое время будем терять. А нам это не нужно. Давай лучше. Спускайся. Спускайся, говорю. Нет, ну ты меня так сейчас убьешь, ведь, а? Вот, говорю, сейчас спускайся. Ага, идет. Ничего, я не от таких убегали. Ой, блядь, тут еще один. А, пройти, дай чуть-чуть. Другое дело. Как мы с вами договорились. Да, выходим из этих катакомб. Мы тут сейчас ничего не сделаем. Нам, скорее всего, вообще в другое место. Храм огня. Допустим, давай подумаем, что мы не сделали. Где мы еще не были. Лифт, лифт. Пойдем к лифту, возвращаемся к лифту, к тому, с которого мы спустились вниз. В храм огня. Вот, потому что. А почему? А потому что. Все. Ворон, с тобой можно поговорить, нет? Мы с тобой уже все, враги народа. Так. Еще кое-что. Блин, а как это? В том городе в начальном, где мы бегали, там были ворота закрыты, но у нас много ключей. Я вот думаю, может это один ключик как раз подходит. Вот что я думаю. Если нет, то это печально. Конечно. Кстати, а может это тут еще один? Опа! А как я назад вернусь? О, нычки. Охуенно. А вот это я, походу, не зря сюда, блядь, пришел. Только как мне спуститься туда? Так, это я к лифту вернусь. Это хорошо, это логично. Да, на всякий случай. Понятно, пиздец. Нет, живем. Мимик. Не мимик. Точно не мимик. Точно не мимик. Талисман, хорошо. А ты мимик, да? И ты не мимик. Такое бывает. Косточка возвращения. Понятно, значит. А вот ты там мимик. И ты не мимик. Да что такое? Талисман Ллойда. А вот ты там. Так а чё, мы личку какую-то секретно прям нашли? Слушай, неплохо. Чем мы подобрали-то хоть? А, позволяет вторгнуться в другой мир. А, препятствует восстановлению Эсуса в области действия. Да, в целом-то хуй, да, какая-то. Если честно. Скелеты, ловите меня. Дай выйду. Дай похилюсь. Ага, так мне и дали. Уйди по лестнице, спокойно. Неспокойно. Так, может... А, погоди, а как я сейчас на лифте вернусь? Ой. Ч
Чё-то этот моментик-то я, по-моему, пропустил, да? А как я сейчас на лифте вернусь? Там же нет рычагов. Блять, обидно. Да? Там же не было ничего такого. Ну, все, отлично. Там еще, кстати, этот нычка была. На крыше там тоже что-то лежало. Но проблема в том, то, что я не знаю, как туда попасть. Вот. Поэтому мы туда не пойдем. Понятно, лифт ведет нас не туда, куда нужно. Еще вариант. Может сюда нам подойти? Тут какой-то труп валяется. Может сюда? Может, ну я не знаю, типа, у нас есть... Нет. Может, что-то надо показать? Ну, это очень подозрительная зона. Ладно, допустим. Эй, ты меня видишь? Нет. Так. Ой. Да, мы на джойстике играем. Так. Пойду я тогда костру пока сохранюсь. Кстати, уже по времени 37 минут. Можно так-то бы и закончить, растянуть на 2-3 видеоролика. Хотя мы по факту ничего так и не сделали за этот видеоролик. Ну ладно. Мы увидели, что такое катакомбы и куда нам не стоит идти. Да? Да. Тоже так считаешь? И я так считаю. Так, единственный вариант тогда, куда нам остается идти, это в эти... Да не бегите за мной. Единственный вариант, куда нам остается идти, это как раз после кузнеца в сад, там вот в этот. Хотя мы там бабочку убили. А, тогда остается... Да нет, тоже бред. Ладно. Разберемся в следующем видеоролике, куда нам идти. Может, опять также будем бродить. Кто знает. Вот. А на этом пока что все. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И до скорых встреч. Всем пока.